Сегодня 4 июня. 4 июня 1855 года, в разгар Крымской войны, в Ставрополе на Волге началось формирование ополчения. Ответственными за сборы назначили местных купцов. Ими было собрано 25 рублей. Ровно 120 лет назад, 4 июня 1900 года, Самарская газета сообщила своим читателям о том, что в селе Царевщина Самарской губернии состоялось чествование учителя местной земской школы Вениамина Петровича Багратионова. Он нес эту славную обязанность ровно четверть века. Председатель уездной управы господин Кисловский преподнес юбиляру подарок от земства, вложенные в изящный кожаный портфель 300 рублей, ассигнованные уездным собранием в виде награды за долголетнюю службу. Сегодня Международный день невинных детей жертв агрессии, а в России свой профессиональный праздник отмечают крановщики или машинисты крана. Поздравление с днем рождения сегодня принимает член Общественной палаты Самарской области, композитор Марк Григорьевич Левиант. Также в четвертый день июня были рождены советский актер театра и кино, комик Александр Вениаминов, советский хоккеист и тренер Виктор Тихонов, российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов и другие известные люди. Четвертый день июня наши предки посвящали мифическому существу Василиску и старались не заниматься никакими делами ни в поле, ни в огороде. Знающие люди говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся только полынь да васильки. Этими и другими событиями запомнился четвертый день июня в истории. Прекрасного вам летнего настроения и всего самого наилучшего!